Всем доброго времени суток, банда. И я рад вас приветствовать у ваших голубых экранов. Вот. И думаю, очень интересно, после того, как мы посмотрели про видео про морскую стелу 13-го года, да, сразу же следом, сразу же разобрать и показать вам конструкцию морского твина 15-го года. Вот, я сказал, что видео уже, в предыдущем видео сказал, что речь пойдет именно о нем. Вот он, да. И будет людям очень здорово посмотреть, я вот так вот решил. Так, ну, медлить мы не будем, давайте начнем сразу же с ручки и кноба. Основную катушечку пока вот так вот отодвинем и начнем. Все традиционно. Видим, что здесь пока еще шлицы не раздолбаны, в отличие от стелы. Такая вот ручка. Здесь она уже, мы видим, заклепана. Никакого тут резьбового соединения нету, где обычно приходится часто сажать на резьбовой фиксатор. Оно со временем, грубо говоря, расслабляется, это резьбовое соединение. И нужно за этим следить. Вот. Ну что, традиционно применим для откручивания вот такую вот рублевую монету. Обернем ее салфеточкой, чтобы у нас не было никаких повреждений шлица. О, как быстренько все открутилось. Даже не ожидал. Почему, уважаемая банда, я это делаю через салфетку? Чтобы не было никаких повреждений шлица. Ну и как один из вариантов примера в жизни я вам расскажу. Ко мне в прошлом году на рыбалку ребята приезжали с Москвы, да, и у одного из них была 18-я стела 4000-ная. Вот. Если на нее было внешне посмотреть, везде, где были шлицевые соединения у 18-й стелы, они были полностью все до такого похабного состояния свернуты, просто невозможно. Я поинтересовался у человека, что такое. Он сказал, вот отдавал местному мастеру, да. То есть, как бы сказать, я никогда в своих видео не говорил про работу других мастеров. Считаю это непрофессионально. Ну и как бы советую другим тоже людям вообще в любых профессиях и специальностях больше работать над собой и поменьше говорить про других. То есть именно про коллег. Ну, достаточно легко все пошло. Достаточно легко. Все у нас пошло. Видим родной шимановский синий фиксатор. Резьбовое. Ой, вернее, регулировочная шайба. Уже тоже заболтался. Часто бывают оговорки, но это нормально. Видим, что здесь я все в смазке. Применялся нормальный масляный барьер. Значит, логически было бы предположить, что подшипники, возможно, остались в нормальном состоянии. Вот и вся стандартная конструкция, особо тут не приходится что-то говорить. Так, моя задача проверить. Да. Все в порядке. Никаких вопросов подшипникам и данному узлу у меня нет. Мне нужно будет просто обновить смазку. Здесь она уже, видите, такого вот уже зеленоватого цвета, старенькая. Это обычное дело. Вот, уважаемые зрители, ничего особого тут такого нету. Вот и вся конструкция ручки и кноба. Так, банда, для зрителей и гостей моего канала
Я решил еще открыть маленький секрет от дедушки Таймень. Вот. Многие думают, что вот обслужить кнопку вот очень-очень просто. И многие зрители, постоянные зрители и подписчики моего канала скажут: «Да, Саня, ты уже показывал, как обслуживать кнопку». Ну, я там показывал, как бы сказать, показывал, но все равно я где-то все-таки самые основные секреты, вы понимаете, как профессионал, не могу огласить. Ну вот что-то меня сегодня, весенний хороший день, что-то меня торкнуло, то ли весеннее обострение. Ну сразу же, мужики, признаюсь, меня Илон Маск недавно упрашивал полететь с ним на Луну. Но я понял, что мне там могут всякие гадости наговорить, я с ним однозначно не летал, вот, признаюсь честно. Ну да ладно, короче. Вот, и теперь я вам уже не буду рассказывать про масляный барьер, не буду рассказывать, как правильно наносить резьбовой фиксатор, а расскажу, поведаю вам другую историю, как более интересней и грамотней посадить подшипники в посадочные места. Опять же сейчас скажут: «О, все, сейчас тут начнутся валтулочные фиксаторы, там всевозможные еще какие-то». Нет, ребята, я же сказал, что с Илоном Маском я не летал. Гораздо проще на такого класса катушек, у них достаточно большой, как вам правильно сказать, класс точности станков, он залит в стационарных фундаментах, что позволяет делать достаточно хорошую точность. Ну, я так все описывать не буду, но так образно. И тут момент именно в том, вот, например, как вот сюда, вот многие меня уже спрашивают, вот, ты, говорит, как вот сюда, просто так подшипник вставляешь или на что-то там, или там на валтулочный фиксатор, или как? Нет, уважаемые зрители, лучше всего применить хорошую волостойкую, густую, очень-очень такую липкую смазку. Я вам уже рассказывал, есть у меня вот такая смазочка, ей используют, она многоцелевая, но ее, смотрите, она тянется, вот видите, прям так, раз. Очень-очень липкая, даже в руку не хочу брать, вам показывать, да. Вот. Она очень-очень водостойкая, иногда даже ее дегерметичные соединения канализаций, ее тоже там применяют, вот. Достаточно взять немного такой смазки и изнутри посадочное место просто промазать. Но тут главное, уважаемая банда, не переборщить. Нужно просто до влажного состояния, понимаете? Потому что, если что, весь лишак выдавится, да? И будет попадать на соединение пыльника и внутренней обоймы, то есть вот это вот пространство. Потом, ну, внутрь-то такая смазка может не попадет, если только лето и жара будет, она прям растает. Но уже существенно замедлит ход. Так, дальше что? Дальше, соответственно, нам нужно также и смазать верхнюю обойму. Видите, она буквально мокрое состояние. Вот такое вот. Раз, мы смазываем. Также промазываем внутреннюю. И теперь еще чуточку смазки мы наносим уже на посадочное место. Вот здесь вот. Видите? Чтобы все у нас подшипничек сидел хорошо. И аккуратненько его одеваем. Смотрим. Лишнее у нас не выдавилось, никуда не попало. Все. И когда мы будем одевать, оно у нас аккуратненько уже все вот это вот совместится, да. И подшипничек будет очень-очень мягко-мягко так и плотненько сидеть вот с такой смазочкой комфортно. И не будет лишних стуков, шумов. И до следующего ТО вполне себе хватает. Точно так же поступается и с посадочным местом второго подшипника, что здесь, что и в кнобе. Ну а дальше уже наносится другая смазка для масляного барьера. То есть вот про такие вещи я вот, по-моему, вам, уважаемые зрители, не рассказывал. Ну вот и все. Данная ручка с кнобом готова к дальнейшей эксплуатации. Все у нас чётенько, мягенько. Из-за того, что мы подшипнички посадили на такую смазочку,
посадочные места. Все прям лялька. Персик. Видим, вот он, масляный барьер у нас стоит. Ну, тут еще надо просто протереть от излишнего. Чтоб человек потом не испачкался, когда рыбачить стал, неприятно будет. Ну что, я думаю, наверное, подошло дело до шпули, а вернее механизма фрикциона. Здесь мы видим также, как и на стеле 13 года, подобный подшпульный механизм вот с таким пыльником, который у нас закрывает вход с юбки шпули, да, с тыльной стороны. Тоже по периметру видим вот такой вот пыльник. Это резина наварена на металл. Вот, типа технология изготовки сайлентблоков. Внутри, по-моему, пластинчатая пружина. Вот. Стопорное кольцо. Ну и давайте посмотрим. Все стандартно. Ну вот я, как говорил, механизм предупреждения о поклевке, трещотка выполнена вот таким же образом. Так, много уже тут рассказывать не буду. Видно вот такую вот схожесть конструкции со стеллой 13 года. Видим такой же подшипник. Тут он как бы полностью край завальцован. Он там получается как бы запрессован. Он вставляется вот таким образом. Уплотнительная резинка, что предотвращает попадание вверх с фронтовой стороны. Обычная металлическая шайба. Ну и также традиционно видим вот такую вот фигурную карбоновую или графитовую шайбу, да, опять металлическую шайбу и тоже уже графитовая шайба. Вот и пластмассовый такой стаканчик для тоже фигурный для сопряжения данной фрикционной шайбы с самой шпулей, да, то есть. Вот, особого никакого такого отличия я не вижу. Видно, как всегда, в конце, внутри, да, посадочное место под подшипник. Подшипник мы сейчас проверим. Да, подшипник работает хорошо. Никаких замечаний к нему нет. Ну и тут такой же у нас, грубо говоря, механизм оповещения поклевки, который у нас сопрягается вот через такую вот фигурную проставку. Вот в это вот место, да, мы видим. Это не идеальный круг, а с такими обрезанными боками специально, да. И при вращении создается вот такой вот треск. О, что это говорит о том, что шпуля крутится и у нас происходит поклевка. Ну, рыболов и так узнает, что поклевка, да? Но тут он поймет, что шпуля крутится и можно принять какие-то меры к либо ослаблению, либо затягиванию фрикциона. Вот видим такой стаканчик с такими как бы зубчиками, да, в которых
У нас сидит тут такая конструкция с подпружиненными такими, как бы сказать, полушариками, да. И, соответственно, традиционно еще одна вот такая вот графитовая шайба. Ну, извините, тут я уже много рассказывать не стал, что почем хоккей с мячом, да, потому что идентичность очень-очень большая, грубо говоря, кроме, наверное, гайки фрикциона от Стеллы 13-го года шпули. Так, ну, думаю, пока хватит, уважаемые зрители. Кому понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. До свидания, до новых встреч.